лингвистическая категория. Она нас объединяет по национальному признаку. Или даже если это наоборот, она все равно объединяет. Люди, которые живут на этой территории, неважно, кто они по национальности, они уже все наши. Русская душа. Перерывчик. Вы еще не устали? Нет. То есть перерывчик вам не нужен? Нет. А он у нас есть. Слушайте, ну, спасибо, что вы хорошо принимаете. Мы тут играли с группой Мёртвый Крю недавно. Ну как, вот два назад. И это было что-то. Вот, спасибо, что вы более космополиты, что вы широко смотрите на мир, а не как лошадь, которой повесили две шоры, и она идет по колее, пока не врежется в столб. Ну что там? А, ковыряются. В общем, все мы металлисты на самом деле. Я вчера вот взрывала танцпол на таком персонаже, что нейромонах Феофан, и там тоже очень металлического вида. Несмотря ни на что, это, в общем-то, дискотека с несколько патриотическим уклоном. Всякое бывает. Как вам, в принципе, здесь... По-моему, этим летом очень хорошо. Я так понимаю, это было предложение замутить слоем. Что вы думаете по этому поводу? Давайте, не на следующий трек, я скажу. Сейчас мы посмотрим трек-лист. Что там, нормально? Давайте вернемся! Русская душа! Нельзя говорить фразы как бы с нагрузкой. Мне слабо, сложно обмануть. Мне слабо, я же русский, нас умом не понять. Мы не восток и не запад, здесь русский дух. Это сильный специфический запах. Америков существительно, русский прилагательный. Мы бесплатно прилагается крепкое слово матерное. У вас бой до первой капли крови, у нас до последней. Мы строим на века, оно исчезает бесследно. Сначала сделаем, а думать потом. Живем один раз, а после нас хоть потом. Вопрос быть или не быть, не вопрос. Нет, стуй, я с не бывать. Но одна не минует, мы не знаем, как жить, но знаем, как выживать. Все красные раки зимуют, и кто нам пульс кинымать. Мы доведем любое дело до беспредела. Существует, чтобы вы понимали, как не надо делать. Как надо и не надо делать. Попутал дороги блок надо, куда-то не туда вас занесло. Кого надо, ваши факи, детский лепет на фоне русского мата. Мы в тельняшках и каждый, как обезьяна от гранаты. Русские не сдаются и не отступают. Мы понимаем только тогда, когда нас насмерть убивают. Мы не будем учиться и вас ненавидим, когда учат. Кто к нам с плечом придет, тот поралы и получит. Мы опасны, покуда нам не надо много и ныне. Кирпичи в ожидании чуда, запасы, мы правы, дай нам делать что угодно. И мы останемся дома. Чё креститься, пока нет грома? Мы на куски себя разрываем. Всё нельзя во время. Не зная, как по-другому жизнь росла.
Я знаю, что...